Спортивная гимнастика. Прямо дух захватывает, когда видишь мальчиков и девочек, которые, виртуозно владея своим телом, выполняют невероятно сложные элементы. За этой легкостью и красотой скрываются длительные тренировки и твердая дисциплина. Мы находимся в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва ЦСКА по гимнастике. Именно здесь готовят будущих мастеров по этому сложному и удивительно зрелищному виду спорта. Юные армейские гимнасты регулярно побеждают не только на городских и всероссийских первенствах, но и на различных международных соревнованиях. И еще, все они гордятся своей принадлежностью к легендарному спортивному клубу. Торжественно клянемся гордо нести высокое звание спортсмена Центрального спортивного клуба армии и вооруженных сил России. Быть честным и справедливым, уважать старших, тренеров и учителей. Быть достойным высокого звания спортсмена ЦСКА. Клянемся! 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 Сегодня у воспитанников школы торжественный день. Только что в Музей спортивной славы ЦСКА они принесли клятву верности армейскому клубу. Конечно, не каждый воспитанник станет профессиональным спортсменом, но обязательно станет уверенным в себе и физически крепким человеком. Выбор еще предстоит сделать, а пока юные гимнасты мечтают об олимпийских победах, мечтают быть похожими на Алексея Немова и Алию Мустафину.